Наша компания оказывает услуги по диагностике подземных трубопроводов с применением инновационной технологии магнитной локации трубопроводов. Инновационность этого метода состоит в том, что при проведении работ совершенно не важно пространственное положение диагностического комплекса относительно трубы, диагностируемого трубопровода. Оператор полевых работ может отклоняться в допустимых пределах в коридоре обследования. Это все позволяет реализовать принцип диагностики в движении и осуществлять диагностические обследования с шагом 10 сантиметров. В рамках одного прохода оператора формируется большой массив измеренных и рассчитанных данных о состоянии подземных трубопроводов. К ним относится состояние коррозионной защищенности трубопровода, то есть сопротивление защитного покрытия трубопровода, удельная площадь дефектов в изоляции трубопровода, рассчитывается остаточный ресурс по действующим нормативам. Также комплексом формируется массив данных по распределению токов катодной защиты по трубопроводу и рассчитываются границы эффективных плеч защиты, станции катодной защиты. Определяется в автоматическом режиме пересечение со всеми металлическими подземными коммуникациями, как кабели, трубопроводы, фиксируются места врезок и отпаек от трубопроводов. Таким образом, комплекс представляет собой многофункциональный комбайн. Все данные о состоянии трубопровода привязываются к координатам исследуемого объекта. Таким образом, по результатам обследования мы получаем профиль заложения трубопровода, его координаты пространственные и планово-высотные, что позволяет в дальнейшем точно находить выявленные места дефектов на трубопроводе. Магнитная локация на сегодняшний день является единственным методом, который позволяет осуществлять диагностику в труднодоступных, труднопроходимых трассовых условиях, в заболоченных, обводненных участках, а также диагностировать трубопроводы на подводных переходах глубиной до 28 метров. Еще одной отличительной особенностью является возможность работы по трубопроводам, проложенным методом горизонтально направленного бурения. Вот это является отличительным и тем, что ни одним другим диагностическим оборудованием наружной диагностики на сегодняшний день выполнить невозможно. Спасибо.